Есть первозданные особые места, как воплощение рая на земле, как прославление величия Творца. Из древности все доли сияют в мгле, суровый остров, стройный хвойный лес, на столь высоком, диком берегу, самой любовью льющийся с небес, весь освещенный в сердце берегу, великолепие поклонного креста, парящего над озером крестовым, нам указание Божьего перста всегда идти одним путем Христовым, спасая мир, лежащий во грехах, своей любовью исцеляя души, призванием, молитвах и делах, смирением очистив сердце, служишь, звонить всегда твоим колоколам, твердить живущим во грехе и зле, что есть чудесный остров Валаам, обитель Бога на святой земле, что есть чудесный остров Валаам, обитель Бога на святой земле.